Майкопское линейное управление магистральных газопроводов объявило о плановом текущем ремонте в газораспределительной станции «Дагомыс». Отключение запланировано на 14 сентября и может повлиять на обеспечение газом и горячей водой жителей ПГТ «Дагомыс» Лазаревского района, сообщили в официальном телеграм-канале МЦУ Сочи. Ремонтные работы будут проводиться с 9 утра до 17:00 14 сентября. В связи с этим временно будет прекращена подача газа и горячей воды. После завершения работ начнется поэтапное подключение абонентов. По оценкам специалистов, этот процесс может занять до 3 суток.